Дамский каприз хорошо известен многим сочинкам. В этом магазине десятки постоянных клиентов. Здесь всегда в наличии все необходимое для тех, кто следит за тенденциями женской моды. Верхняя одежда, блузы, пиджаки и юбки, платья, аксессуары, которые помогут дополнить образ. Новая же коллекция – это пальто из 100% кашемира и меховые изделия, как оригинального, так и классического кроя. В ассортименте разнообразные шубы из норки, соболя, песца, чернобурки. Что выбрать? Более строгую норку Black Glam или игривую леопардовую кошку Липпи, здесь все зависит от дамского каприза. Мех по-прежнему отвоевывает все больше пространства в гардеробе модниц. Мягкое золото, судя по интересу со стороны прекрасной половины человечества, не утрачивает свою популярность. Поэтому в дамском капризе запаслись разнообразием фасонов и цветов. О том, что надеть под такую верхнюю одежду, здесь тоже подумали. Платья, в том числе и для особых событий, также из новой коллекции. Все они идеального кроя, но главное – изящные и элегантные. А мягкая и насыщенная палитра нарядов соответствует актуальным расцветкам нового сезона. Магазин «Дамский каприз» поздравляет с наступающим Новым годом наших любимых клиентов. Также всех гостей из Сочи и жителей. Желаю здоровья, успехов во всем. И пусть наступающий год, наступивший, будет лучше, чем предыдущий. Добавит изюминку образу и коллекция сумок Клатчи Палантинов. Стиль элегантной сдержанности помогут создать деловые костюмы. В ассортименте и повседневная одежда. Это удобные кофты и юбки разного фасона. Каждую модель, представленную магазином «Дамский каприз», объединяет комфорт, качество и стиль. Эти вещи отличаются проработкой деталей и изысканностью принтов. Женская одежда – это возможность выразить себя, подобрать свой индивидуальный стиль, отмечает директор магазина и добавляет: «Каждая женщина обладает уникальной красотой. Задача дамского каприза – помочь подчеркнуть достоинства. Все необходимое, чтобы выглядеть великолепно каждый день в магазине «Дамский каприз». Торговая галерея напротив Агропрома». Галина Захарова, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.